Всем привет! Здравствуйте! Итак, сегодня у нас 16 декабря. Только сейчас у меня появилось новогоднее настроение. Знаете, такое зародыш новогоднего настроения. Может быть, потому что вчера Антон с Пашей притащили домой елку, гирлянду, и еще мы разыграли тайного Санту. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. А почему ты мне не сказал ничего? Это сюрприз тебе с Новым годом. И вас, ой. И вас, Merry Christmas. Я не думала, что мы вообще будем праздновать Новый год и Christmas, но, видимо, будем. Пахнет американской елкой. Она даже называется Christmas Tree. Вот она, гималайская свежесть. Around the Christmas tree have happy holidays. Довольный лицо, Полина. Я написала карточки с нашими именами. Кидаем. Трясем. Я первая. Прячусь за спиной. А мне коробка достанется. Мы разыграли тайного Санта. Знаете, кому я дарю подарок в этом году? Опа. Только никому не рассказывайте. У меня уже есть некоторые идеи, что я куплю, закажу, что я положу в эту коробочку. И думаю, попозже мы вместе с вами запакуем этот подарок. Вот так и дела. Вот так вот наша елочка выглядит днем. Как у тебя новогоднее настроение есть? Да. Опачки, давно у нас не было красивой картинки. Давно я не снимала на камеру. Но у нас особый случай, потому что я решила в этом влоге отвечать на ваши вопросы, потому что я давно обещала. И вот, собственно, первый вопрос. По каким традициям больше будете отмечать праздники, новогодним или все-таки рождественским? Мы с ребятами решили, что в этом году мы будем отмечать и Рождество, и Новый год. Но тайного Санту мы будем разыгрывать именно в Рождество. А в Новый год мы, наверное, просто обожремся салатами. Ну, и все. За этот год с переездом в Америку что у вас поменялось очень сильно? Вся моя жизнь поменялась очень сильно. Перевернулась на 180 градусов, на 360. По сути, поменялось очень сильно все. Страна проживания, общество вокруг, язык, на котором общество вокруг разговаривает. Даже в этом году я начала вести этот канал. То есть вообще как бы новый проект для меня, experience. Плюс, уехав из России, я оставила себе там свои активности, типа вокал, танцы, тренировки. Плюс по воскресеньям у нас была традиция собираться играть на настолки, и сейчас этого всего нет. В общем, абсолютно все поменялось в моей жизни в этом году, и я до сих пор к этому привыкаю. Все вы знаете английский язык, с какими знаниями языка вы переехали? Мы с Антоном английский язык до этого года практически вообще не знали, максимум там dog, cat, 1, 2, 3, 4, 5 и ABCD. Вот примерно такие знания у нас были. А Паша с Аленой здесь уже живут больше 10 лет, поэтому они свободно общаются на английском языке, и я очень им завидую. Но процесс обучения языка идет, привыкание идет. Когда-нибудь я к этому приду. Есть ли у тебя какая-то сейчас работа или какие-то источники заработка помимо блогерства? Ответ нет. Как вы знаете, в этом году блогеры вообще практически потеряли весь свой доход и заработок. Мы с Антоном не исключение. Наш доход где-то уменьшился в 3 раза точно. Но у нас все еще есть какая-то монетизация и у нас были сбережения. Есть сбережения. На этом пока мы остановимся, мне пора ехать в магазин покупать подарки. В планах купить упаковку для подарков, продуктов и чего-нибудь новогоднего для настроения. Смотрите, это Skittles леденцы. Я такого вообще никогда не видела, круто. Огромная конфета, вот это я понимаю размерчик. Вы такое видели хоть раз? Я такую хочу. Смотри, тут всего лишь 250 калорий. Правда? Вот такое берем, будем делать печенье. Гингербред. Так, а вот это вот, чтобы красить печеньки. Я тут нашла такой вот интересный чек-лист зимних дел. Вот. Он мне должен поднять мой Christmas mood еще повыше. Давайте посмотрим, что он тут предлагает. Первое, нарядить елку. Выполнено. Вырезать снежинку из бумаги. Давайте вырежем снежинку из бумаги. Раз снега на улице нет, ну хотя бы на окнах будет снежинки. Вот я тут взяла немножечко листиков у Паши. Вот такую будем делать, вот такую. Хорошая, трушная. По-моему, это делается вот так.
We wish you a Merry Christmas. О, момент X, мы должны это расправить и увидеть, что у нас получится. Что-то кажется неправильно, я сложила бумагу, почему только 4 лопасти? Это какой-то пропеллер на нос. Я лох, пробуем еще раз. Дубль 2. Пиздата. Это моя самая лучшая снежинка, кажется, в моей жизни. Она очень крутая, смотрите. Будем вешать на окно. Во, красота. Следующий пункт – слепить снеговика, покататься на санках, съехать с горки, сделать снежного ангела, поиграть в снежки. Не представляется возможным. Но зато вот спеть праздничную песню я могу. Для этого надо даже встать, я считаю. Jingle bells, jingle bells, jingle on the way. Лучи энергии в космос, новогоднее настроение, Полине, пожалуйста. И, пожалуйста, психического здоровья тоже там чуть-чуть капните, а то я схожу с ума чуть-чуть. Тут у нас еще один есть интересный пунктик, это испечь печенье. Я как раз вчера купила все ингредиенты, чтобы это сделать. И чтобы печенье не испортить, я как бы пригласила Пашу, он будет нам помогать это печь. Вот мы переместились на кухню, у нас есть Паша, наш помощник. Всем привет! Вот все, что нам понадобится, это в целом вот это. Мы сейчас по-быстренькому сделаем смесь для запекания. Да. А что не? Да. А потом будем украшать печеньки. Оставайтесь с нами. Интересно, что тут в коробочке. То есть тут в наборе уже были краски, формочки. Да пахнет-то как. И какой-то порошок. Вот еще такие шарики тут были. Раскраски, чтобы раскрашивать. На Махмуда похож. Salted sweet cream butter. Бара. Баррер. Бара. Баррер. Баррер. Стоять я буду твердо, укрепи меня, Господь. Я все смогу. Что? Христос воскрес! С Рождеством! У нас нет нормальной каталки, поэтому будем лайфхак. И любая хреновина, которая твердая и примерно плоская, цилиндрическая. Экстра? Ой, ладно. Это будет Боб. Хай, Боб! Че вы, петушня? Сам петух. Делайте что-то здесь. Не трогай Боба! Это Боб. А вы точно делаете петушня? Антон, Паша не петушня, не трогай Пашу. Правильно, вы не петушня, вы глиномесы. Нет, печенье мясо. Чулики, будлики, чули-будли-будлики. Теперь мы берем вот такие вот формочки и вдавливаем в наше тесто. Вот так вот мы вдавливаем. Опа, второй готов. Прянички мои любимые. Опля! Ну, у меня неплохо получается. Можно было бы и меня позвать учиться. Чулики, будлики, чули, будли, будлики. Кто тут петушня? Пока, челики, пока. A few moments later. Делали, вот такая вот красота получилась. Прям Рождеством пахнет. Мне больше всего нравится вот этот вот Дед Мороз. Смотрите, какой. Классный. Да. Оставьте комментарий, какой вам больше всего нравится. Мне вот этот вот. Это Боб, кстати. У тебя прям появилось новогоднее настроение? Да. Рождество. Рождество. Короче, вот этот чек-лист помогает. Лайки. Мы приехали в торговый центр. Что сказать надо? С самого детства я мечтала быть на коленках Санта-Клауса прямо в Америке. И на сегодня эта мечта осуществится. Да, мы ищем Санта-Клауса, чтобы сфоткаться с ним. Мне кажется, это будет немножечко стыдно, но оно стоит того. Вон там вот огромная очередь к Санте-Клаусу. Короче, мы отстояли очередь в 1.5 часа, отдали за фотки $50. А фотки вот какие получились классные. Новогоднее настроение высокое. Итак, мы сейчас с вами будем запаковывать подарочек на тайного Санту. У меня вот такая коробочка. Я кладу вот такую штучку. Это типа палетка теней. Кладем. Дальше будут вот такие штуки. Я специально говорю тихо, потому что боюсь, что за дверью слышно. Добавляем. Еще кладем вот такую штуку. Потому что Алена попросила. И накрываем все. Я с каждым годом все профессиональнее и профессиональнее упаковываю подарки.
Сегодня у нас Рождество. Вот такой вот у меня сегодня макияж. Немножечко новогодний, такой холодный, блестящий. Но мне нравится. Ну, точнее, у нас не сегодня Рождество, а потому что сегодняшнего дня на завтрашний день. Но празднуем мы уже сегодня. Мы, короче, приехали на очень красивый район, где все светится, украшено и красиво. Просто погулять, посмотреть, как тут и что. Что? Вау! Короче, это тут фика района, что все дома украшены, улица вся светится, яркая, красивая. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it it away. Там елочка, там две елочки стоит, смотрите, одна елочка, вторая, а где? Три, это третья елка, смотрите, вон там. Thank you very much. Вау, офигеть! Merry Christmas! А потом мы поехали домой кушать, отдыхать и веселиться. Ты хэппи-хэппи. Ты хоть людям покажи. Ну, у нас есть оливье, крабовый салат. Все как у нормальных людей. Вот это крабовый салат. Вот это оливье. Все, мы нормальные люди, оказывается. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Будем худыми и красивыми. Где-то мы с Аленой танцуем, здесь такие just dance. А вот тут вот Паш такой. Сейчас мы будем распаковывать тайного Санту. Время уже 12 часов. 12 часов. 12. Все подписали подарки? Я не подписывал. Нет. Чье это? Не знаю. Нет, ты же знаешь кому. Откуда? Это и твой подарок. А. Полина, Полина. Зайчик передал, что это тебе. Ой, а где он? Я тут. Блин. Спасибо, зайчик. Так, что же тут интересно такое? Вау! Санта-Клаус, ладно. Тебе что, конфеты только подарили? Да. Алох для Паши. Алюкс. А Half-Life Алекс. Что? Да. Серьезно? Покажи открытку, покажи. Я Паша. Я тоже открытку сделал. Первый подарок. Это игра на VR, которая стоит $60. Я не хотел покупать, потому что нет денег. А мне кто-то ее подарил. Спасибо. Короче, мы с ребятами договорились, что мы не будем говорить, кто кому что дарит. Но они облажались и не подписали подарки. Поэтому все уже все поняли. Это в машину. Что это? Освежитель воздуха. Что это? Что это? Давай я тебе покажу, сам не посмотрю. Давай. Что это? Я не понял, что это. Это массажер. Мне подарили вибратор. Массажер жопы. А это что за режим такой? Интересненько. Понравился подарок? Да, хорошенький. Мне нравится подарок. Аленочка. Я хотела. Дюрнал. Это фи. Интересно, кто же тогда это подарил? Вау, сколько Apple Pencil. А это кисточки? Мне это надо было, спасибо. А это знаешь, что это... Они все одинакового цвета. Я такие искала, типа блестки. Это тебе. А самая огромная коробка. Мне даже как-то неловко вообще. Что да ладно. Для самого огромного человека. Это я. Хорошо. Что там? А вы знаете? Что это? Сегодня Рождество. Да. Полина, твое имя. Понятно. Вот тебе стишок. Тебя зовут Полина, это твое имя. Сегодня Рождество. И это торжество. Ура! Гениально.
тут что-то для рисования. Это я буду рисовать все ваши портреты, да? Вот раз, два, три. Алина художник. Следующий ролик. Спасибо большое, спасибо. Да. Стих огонь. Да. Вот так мы отпраздновали Крисмас. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю, чтобы в 2023 году все выжили. Не забывайте смотреть мои другие видео и ставить лайки. Пока!